Здравствуйте, уважаемые зрители! 2021 год стал настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. С начала этого года мы потеряли множество певцов, музыкантов, артистов, составлявших золотой фонд российского искусства. По непонятным причинам обстоятельства многих смертей не раскрываются, а по телевидению эта печальная череда ухода представителей искусства никаким образом не освещается. О таких событиях люди в основном узнают из интернета с опозданием. Сейчас эпидемия вируса вспыхнула с новой силой, поэтому берегите себя и своих близких, соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Известный телеграм-канал, ссылаясь на свои источники в больнице, сообщил, что знаменитая российская актриса Вера Алентова находится в критическом состоянии, как и певица Максим. Врачи не дают никаких прогнозов. После госпитализации состояние актрисы продолжило ухудшаться. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное. Не в лучшую сторону сказывается и возраст актрисы. Ее муж Владимир Меньшов также заболел вирусом. Но болезнь у него протекает без осложнений. Поэтому его не стали госпитализировать. Многие известные люди, такие как Андрей Малахов, Борис Корчевников, Алла Пугачева, Максим Галкин, звонили и предлагали свою помощь. Наш канал продолжает следить за развитием событий и будет сообщать о них без промедлений.